Здравствуйте, дорогие гости. Мы сегодня собрались, чтобы поздравить нашего друга, товарища, родственника Анатолия Павловича Иванова с его прекрасным юбилеем. Анатолий Павлович – человек музыки, самой школы. Он в Ленинграде в свое время занимался в музыкальной школе, закончил учебу по скрипке. Он даже играл в духовом оркестре. И всю жизнь он с музыкой. С 1965 года он в нашем ансамбле. Ну, наш, хочется назвать его нашим. Очень жаль, что наш Александр Васильевич Раевский быстро ушел и нас оставил. Ну, я уже, так сказать, почти не вхожа, а вот они занимаются, и вы послушайте, какую музыку они сами выучили, сами, безо всякого руководителя, безо всякого аккомпаниатора, сами все сделали. Вот такие они энтузиасты. Вот уже, так сказать, даже до такого возраста они не уходят из музыки. С юбилеем. Приятно все же в юбилей знать то, что нужен ты кому-то. Кругу родных, кругу друзей вновь счастье испытать минуты. А годы, их не будем мы считать. Они уйдут, за ними не угнаться. Но хочется сегодня пожелать, чтоб сердцу было вечно 18. А возраст – это ерунда. Пусть молодость зовет в былое, и не составит нас года, коль сердце еще молодое. Мы желаем в этот юбилей здоровым быть и быть любимым, не знать обид, не знать потерь, чтоб окружение добрым было. С юбилеем наш Анатолий Павлович, или наш Толечка, как мы его любили называть. А сейчас наш ансамбль исполнит вам маленькую ночную серенаду Моцарта. Послушайте. Thank you.